Роналду не сдается, Роналду до сих пор не передумал, он еще держится. Кроме того, он поведал игрокам своей сборной об уходе из Реала. Португальцы же подтвердили, что он настроен решительно. Бывший президент Реала Рамон Кальдерон посоветовал мадридцам все-таки отпустить португальца. Напомню, вчера португальская газета «Абола» первая напечатала новость о том, что Криштиану собрался покинуть королевский клуб. Эту информацию подтвердили уже и газета «Марка», Sky Sports, BBC и другие. Ситуация крайне тяжелая, запутанная и непредсказуемая. Давайте посмотрим хронологию событий, предшествующих этому решению. Изначально Роналду говорит, что намерен остаться в Реале вплоть до 41-летия, то есть завершить здесь карьеру. Второе. Роналду получает обвинение от испанских властей в уклонении от уплаты и отчислений в бюджет на сумму 14,7 миллионов евро. Третье. Реал публично выступает в защиту Роналду, но ограничивается каким-то сухим сообщением на официальном сайте в защиту лучшего игрока. И вот четвертое. Португальская газета «Абола» сообщает, что Роналду, обиженный отсутствием поддержки со стороны клуба, уходит. Напомню, он сообщил президенту Реала Пересу, что уходит, и это окончательное решение. Пути назад нет. Ходит мнение, что Роналду и его юристы заранее знали об уходе, но не говорили об этом публично до финала Лиги Чемпионов. Кстати, Роналду и раньше предъявляли обвинения, но суммы назывались гораздо меньше – 6-7 миллионов евро. Следовательно, тогда атаку властей Реал, по-видимому, отбить смог. Но это мое мнение, можете с ним не соглашаться. Самого португальца, уверенного в своей правоте, беспокоят две вещи. Первое – сравнение с делом Месси, и второе – отсутствие какой-либо помощи от Реала. Теперь Криштиану намерен свалить из страны, где его считают жуликом. Президент «Галактикос» Перес сообщил, что не будет насильно удерживать португальца. То есть надежда остается только на болельщиков. В руководстве Реала считают, что Роналду шантажирует клуб, чтобы добиться повышения зарплаты. Кроме того, Реал заблокировал трансфер Мараты в МЮ, и он может сорваться, если клуб все-таки покинет Роналду. Вы не поверите, но уже на уход Роналду ставят ставки, даже прогнозируют, в какой клуб он уйдет. На эту ситуацию мгновенно отреагировали в Китае. Трансфер португальца оценили в 200 миллионов евро. Так же, как отмечают многие, Криштиану до сих пор любят в Манчестере. Ну, в хорошем смысле этого слова. Смотрите предыдущий ролик, посвященный этому мега-событию. А мы будем продолжать следить за этой ситуацией и информировать вас. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.